знаете, очень часто люди, ну, в частности, бабы в Инстаграме, очень любят хвастаться тем, что у них есть московская прописка. Не, ну как по мне, гордиться тем, что у тебя есть прописка в каком-то определенном городе, это все равно, что хвастаться тем, что у тебя есть писька. Я, конечно, не знаю, как у людей с московской пропиской, но у нас в провинции принято гордиться какими-то более весомыми достижениями в жизни. Если человек тупой, ничего из себя не представляющий, даже если у него написано будет в паспорте «Москва», он все равно ведь так и останется никем. Особенно радует фраза «Вы живете в наших хатах». А на минуточку, мы же не бесплатно это делаем. Многие живут только за счет тех денег, которые приносят им хаты. Не работают и ни хрена не делают. Проще говоря, бездельники с московской пропиской. Сейчас все изменилось. То, что у вас прописка в Москве, это не означает, что вы представитель какого-то привилегированного общества. Вы просто чувак, который может ехать в метро по социалке. Не более того, вернитесь с небес на землю. Боже, он не отвечает уже целый час. Все, он меня бросил. Не, ну что ты все думаешь, что я плакать буду? Пошел вон! Я не сошел с ума! Алло, Тамара Павловна, здравствуйте! Да, это Катя! Спешу вам сообщить, что ваш сыночек мудак! Да это вас я тоже особо не в восторге. Угу, всего хорошего! Красивыми мы были и остались. На совершенство не в изгибах наших тел. Пусть плачут те, кому мы не достались. И сдохнут те, кто трубку, блядь, не взял. Ой, вы посмотрите, кто звонит. Алло. Катя, извини, что не отвечал. Забыл телефон на работе. Слушай, а ты не знаешь, почему у меня от мамы около 100 пропущенных? Ой, ты знаешь, это такая смешная история. Но. А то это у нас ты такой хорошенький. Будем тебя стричь, будем тебя купать, будем с тобой играть. А теперь селфи. Мы с тобой соберем кучу лайков. Мне теперь всегда будет с кем погулять. Сука. Вот не любила бы, убила бы. Короче, бухло с нами в клубе оторвёте. Ой, как здорово, можно с вами? А, да, Кать, только ты сумку, по-моему, забыла. Блин, точно. Я же без сумки была. Суки! Девочки, теншн, мне значит Арамчик сегодня говорит, я больше не буду оплачивать твою квартиру на Остоженке. Я ему говорю, похолосенький, а кто ее будет оплачивать, она стоит 30 ксали. Он такой, сама. Я слово-то такое не знала, сама. Что за слово такое? Звучит отвратительно. Пошла в любимый ресторан, думаю, найду себе нового квартиродателя. Там чайки уже за каждым столом сидят. Чуть-чуть от них, чуть-чуть. Вот просто за секунду замешкаешься, туфли наденешь, вот чуть-чуть помедленнее. И все. Увели арендодателя. Завтра надо будет пораньше проснуться, где-нибудь часа в два. Ну, чтоб точно успеть
А то ведь все можно проспать после. Стресс, просто стресс. Как вы там живете? Сами! А ты что, так и замуж не вышла, что ли? Да нет нормальных мужиков вообще. А я вышла за такого просто мужика настоящего. Он мне делает комплименты, любит меня безумно. Пойдем домой, ты что, блядь? Пошла. Я пошла. Очень люблю. Сразу видно? Счастье. Девчули, всем здрасте. С тех пор, как Карамчик меня покинул, я преследую череда неудач. Я считаю, что вообще должен появиться какой-нибудь новый реабилитационный центр для тех, кого покинули оранчики. Ну как же так нас бросать в эту жизнь? В эту зару? На растерзание? Распродажа? Ну я не знаю, какой-нибудь профсоюз? Пенсионный фонд бывших прекрасных женщин? Но мы же не просто, простите так, молодость свою и прочие органы отдавали в эксплуатацию. И вообще это несправедливо. Вот еще вчера я ходила по Монако, а сегодня я хожу куда? В Пятерочку. Это падение. Падение. Слушай, мам, как хорошо, что мы детские, да? Какая легкость в организме. Да, легко, жрать хочется, тут легкость. Слушай, так я тебе сейчас огурчиков еще подрежу. Пожрешь? Мясо уж принесла какого-нибудь, а? Огурцы. Что? Колбаска? Она жрет колбаску в одного? Вот это вот наглость. Вот называется тебе дочкой поддержка. Дуня! А? Там у тебя телефон на втором этаже зазвонился. А лед уже давно. А позади его. This is device. Мам, ты чего? Так что звони? Ты чё жрёшь, мам? Да жру! Ты тоже знаешь, не жрёшь, я смотрю! Мне так огурцы подсовываешь, а сама мясо ешь, блин! Я тоже хочу, блин! Так это ж еда! Для собак! Фу, дура!